Ну что же, всем привет, с вами GK, мы продолжаем играть Ведьмака 3-го. И уже будем заканчивать его, как я понимаю. Собирается использовать, чтобы открывать ворота. Дерьмо. Землетрясение? Надо спешить. Вот. Этот корабль сейчас в щепки разлетится. Прячемся в проливе. Тебя быстрее бегу, тут ты медленно. Привет.
Кая. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся. Очень на это надеюсь. Ну, в отметку очень вовремя. Вот и наш любезный друг. В кавычках. Геральт, как неудачно. Я надеялся, что тебе не придется этого видеть. Где Цири? Недалеко. Послушай. Заткнись. Я уже наслушался твоей брехни. Берись за оружие и покончим с этим. Так. Пощажу. Я думаю, что ты не нападешь на безоружного. Я не был бы так уверен, у меня очень плохое настроение. Я тебе не враг. Я просто помогаю Цири. Я не верю тебе. После всего, что случилось, я просто не могу тебе верить. А мне? Опа, Цири. Авалак говорит правду. Я попросила, чтобы он помог мне открыть башню, потому что я хочу... А, это башня из снов. Зачем тебе туда? Дикая охота повержена. Но не белый хлад. Такс. Предания говорят правду. Я видела миры, скованные льдом. Мы тоже видели, кстати. Только старшая кровь может остановить белый хлад. Только я. Обязательно приносить себя в жертву. Ты ошибаешься. Белый хлад неизбежен. Он идет, вымораживая один мир за другим, уничтожая всякую жизнь. Только я могу остановить разрушение. Я долго думала об этом и уже все решила. Должен же быть другой выход. Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак. Это моя история, не твоя. Позволь мне ее закончить. Не поступай так со мной. Прошу. Не сейчас. Геральт, поверь мне. Я бы хотела поехать с тобой в какую-нибудь корчму, пить глинтвейн, сушить сапоги. Но я не могу. Я должна попытаться. Ради тебя, Йен, Трис, всех. Держи за меня кулаки. Хотя бы она улыбнулась в конце. Насколько я знаю, там есть три концовки. Не уверен, вроде как три концовки. Плохая, хорошая и еще какая-то. Я надеюсь на хорошая или еще какая-то. Вообще надеюсь, что неплохая. Так, вот воспоминания это Цири. Как бы снежки играли. Так недавно было. Погром лаборатории это.
То, что мы в Англии, это Скелмор или какой-то Скелмор вроде же. То есть хорошие воспоминания у меня были последние. Это так, ну и увы, это так, потому что Цири, по видимости, покинула нас. Прошу за мной. Так. Шнасхан, господин капитан. Они что ли собираются куда-то? Докладывай. Четвертый эскадрон КТ и вся дивизия Фрунзберг дезертировали. Генерал Ворхис уже знает. Он на совете. Туда никого не пускают. Вздор. Немедленно вступай, доложи ему. Покаяль. Сейчас здесь будут реданцы. Решать его величество ждет. Если... Такс. Эмгир. Отец Цирилы. Ну. Что, ну, хотя, не знаю. Похоже. Похоже на что. Говори. Цири мертва. Как это случилось? Знаешь пророчество о Белом Хладе? Цири попыталась его предотвратить. Ей удалось, но она заплатила за это самую высокую цену. Где тело? Не думаю, что его когда-нибудь удастся отыскать. Кто еще знает? Авалак. Эльфский знающий. Но его ты тоже вряд ли найдешь. А Йеннефер? Она решила остаться на севере, если у тебя нет возражений. Нет. Что ты? После войны для ведьмака всегда найдется работа. Поеду на восток, а может на север. Цирилла говорила что-нибудь? Она хотела мне что-то передать. Тебе не очень удалась роль отца. Цири опасалась тебя. Даже если она хотела бы что-то передать, не думаю, что ты хотел бы это услышать. Я понял. Если это все, то я пойду. Не все, но ты можешь идти. Ведьмак, я не хочу... Не хочу тебя больше видеть. Не хочешь, как хочешь. Что этого, кажется, нет.
Помочь вам с телегой? Нет. Да она и не совсем наша. Трофей, так сказать. Мужики так спешили, что все побросали. Ну так не оставлять же добро реданцам. Грядут перемены. Мы уж привыкли. Черные ушли, значит, жди охотников на ведьм. Но жизнь-то продолжается. Это правда. Ну, за работу, чтоб до ночи управиться. Мне пора. Удачи вам. А вы куда? До корчмы, надо думать? Да, но сперва мне надо кое с кем встретиться. На месте старого нильфгаардского лагеря. Бывайте. Так-с. А кто там у нас? Там просто показывает, что там враг. Кто это? Найтер. Хизи. Нет, вы видели это? Мне кажется, это хорошая концовка почему-то. Вот просто... Ну да, Цири умерла, конечно, это жалко. Спорю, Нильфгаард будет разбит. Чисто догадки. Я просто читал, что тут три концовки в игре, или более там, непонятно. Ну, короче, основные это две концовки. Плохая и хорошая, по идее, должны быть. Плохое вроде как все умирают, то есть Цири, Геральт, Визимир, они там, Визимир до этого. Короче, Цири и Геральт умирают в плохой концовке, а хороший вроде как Геральт выживает. Насчет Цири не помню. Она вроде умерла. Или выжила, тоже не помню. За 70 частей там, ну чуть меньше, конечно, 68 что ли. Мастер Орд. Закончили. Хождение. Ну я очень надеюсь, что закончили. Если выбирать между Трис и Йеннифер, если честно, то... Что-то его задержало. Трис? Трис. Она красивая, конечно. Моложе, да, Йеннифер. Но зато с Йеннифер как-то больше, что ли, пережито. Ты опоздал. Солдаты. Перекрывают дороги, знаю. Ничего страшного. Ты принес, что я просил? Все как договаривались. Клинок 38 дюймов с половиной. Вес неполных 40 унций. Сердечник из сидеритовой стали, окован серебром. Глифы и рунические знаки на гарде и по всей длине клинка. Так. Красивый. Я в этом ремесле уже 30 лет. Мои товары только для лучших бойцов и фехтовальщиков. Мастер. Ручаюсь, что лучшего оружия не было еще ни у одного ведьмака. Я знаю твою репутацию, мастер Орд, и не сомневаюсь. К тому же, как вы хотели надпись. Давайте, наверное, в честь этот. В честь. Зираэль. Ласточка. Честь. Руны старшей речи. Классической. Без стилизации. Точно и просто. Можно? Он ваш. Если желаете попробовать, я велел подмастерьям поставить тренировочную куклу. Да. Вот плата. Только драгоценные камни, как просил. Если вы ищете заказов, я слышал про стрыгу в Мариборском лесу. Благодарю. Мне сперва надо заглянуть в корчму, а позже кто знает. Удачи на пути, ведьмак! Поскакали. Куда нам надо?
там мы начинали, кстати, наш путь, насколько я помню. Охотники на ведьм. Так, а где это наша знакомая старая? Так, не может быть. Она выжила, понимаете, Цири, она выжила. Так вот она кому, он кому собирался меч отдать. Цири, ласточка, Зираэль. Все? Да. Он тебе поверил? Понятия не имею. Это она про Мгыра говорит или кого? Это Закуралиска. И у нас есть новый заказ. Платят скверно, но хоть как-нибудь. Я вижу, ты не теряла времени, да? Так она стала это, ведьмачкой теперь, что ли? Это твой. Ведьмачий меч. Ласточка. О, чудо. Можно? Лучше не здесь. Скоро у тебя будет возможность его испытать, ведьмачка. Так она теперь ведьмачка. Ну классно, чё. Значит, надо его испробовать. Такс. Ну чё, классно, мы прошли ведьмака. Уху! У Ротовида было множество недостатков. Он должен так, жалко моего Бермика, кажется. Но ему нельзя было отказать в одном. Он был гениальным тактиком. Помогая значительно меньше силы, я его ненавижу. Победил, зря его не победил. Зря его не убил. Даже Новиград, который это никому не отдавался. Получается. В завершении победоносной войны с Нильфгардом пришла пора завершить и охоту на колдунью. Так же, как прежде, в Новиграде теперь запылали костры, захваченных Родовидом Тимерии и Айди. Под предлогом возрождения морали были убиты тысячи простых колдунов, знахарей, нелюдей, всех этих мнимых нелюдей. Лучше б Родовида убил. Свобода под властью Родовида для многих оказалась хуже рабства. Пока войска Имгыры одерживали победы, он пользовался безграничным доверием и послушанием подданных. Эмгыра убили. Однако едва он лишился нимба непогрешимого полководца, скрывавшаяся до сей поры оппозиция перешла в атаку. Император, который плясал на курганах врагов, сам упокоился в могиле стараниями собственных подданных. В то время как континент был обескровлен войнами, на Скеллиге под началом Керис начался расцвет. Опа-на, ведь классно. В отличие от своих предшественников, молодая королева вместо разорения чужих земель сосредоточилась на заводе... То есть мы не зря ее выбрали, да, это королевой? Благодаря этому народ островов весьма разбогател, хотя и потерял при этом свою прежнюю хватку. Так, то есть... Цирилла Фиона Элена Ианон, наследница Нильфгардского престола, избрала жизнь на пути ведьмаков. Ого, кайф. Геральт научил ее всему, что знал и умел сам, а затем каждый пошел своей дорогой. Каждый пошел. Вскоре легенды о подвигах ведьмачки с пепельными волосами разнеслись от Яруги до гор Ковер. Геральт, хоть и тяжело в это поверить, наконец-то бросил якорь в далеком Ковере. То есть мы с Трис остались, да? Они устроили там теплый дом, в котором всегда пахло свежеиспеченными пирогами, а гостям были рады вне зависимости от дня и часа. Ведьмак иногда еще брал кое-какие заказы, но скорее по привычке, чем по необходимости. Ведь, будучи королевской советницей, Трис зарабатывала более чем достаточно. Ну чё, классно. Хоть я и хотел с Йеннифер, ну как сказать, не знаю. Там сложный выбор, либо стоит, либо стоит остаться. Да пофиг как-то. Это вот ублюдок младший. Честно, не читал это, не играл в предыдущий и не читал книги. Так что, мне кажется, жалко. Я, пожалуй, почитаю. О, это Дуду. Это непонятно кто.
Ну что ж, друзья, мы прошли это Ведьмака третьего. Так классно. Все-таки я успел пройти до того, как мы... До того, как уеду, вот. Я уже уезжаю в ближайшие, там, несколько дней. Буквально вот... понедельник. Так что... хорошо, что я успел пройти. Постараюсь еще там поиграть... В Dying Light буду играть. Буду играть... Да, в Dying Light буду играть. Только уже буду реже выпускать видео. То есть, одно видео, допустим, в день. Хотя... Короче, посмотрим. Может, Dying Light мне что-то перестал нравиться. Так, я сейчас успел посмотреть, в общем, в плохой концовке умирают Геральт и Цири, а в хорошую, это была вот, как сказать, самая лучшая концовка. В хорошей концовке, то есть не самой очень хорошей, там Геральт и Цири тоже выживают, но Цири становится этой королевой Нильфгарда. Не уверен там, кто победил. Ну, короче, то есть, если бы мы убили Родовида, то победил бы Нильфгард. Если бы мы больше, допустим, проводили времени с Йеннифер, то мы бы остались с Йеннифер. Или на Истрис, или Истрис. Ну, как с кем проводишь больше времени, короче. Если, допустим, мы... что там у нас еще обсуждалось? А, вот можно было бы выбрать Хьялмара, Керрис или... А, нет, смотрите, там только Керрис можно было выбрать. Либо вот этого сынка... Бьянка какая там. Короче, сынка предательницы той. Вот, ну мы выбрали Керрис. То есть Хьялмара там никак нельзя избрать было вроде. Так... Вроде там больше ничего не было. Не уверен. Текст. Пам-пам-пам-пам.
Да, что-то не нашел. Нифига. То, что хотел. Так, сейчас тогда разберемся до конца. Где я это видел? А, все вспомнил. Что мне нужно? Мне нужно всего лишь. Вот, то есть, если бы мы убили Родовида, да, то победил бы Нильфгард, по идее. Потом, если победил бы Нильфгард, скорее всего, на колдунии не было бы охоты, да? Там про колдунии было же еще. Вот. Сейчас дальше. Доскажу, что там мы могли еще изменить. Ну да, вот убили этого Ингыра. Вот, Цири могла стать королевой Нильфгарда, если бы мы свозили ее туда хоть раз. Вот, а там Сванрики был этой сын предательницы, который... То есть он мог править, а мы выбрали Керис, так что, мне кажется, нам повезло даже. Ну и все. А Цири, то есть в плохой концовке, могла и не умереть, просто куда-нибудь телепортироваться вообще в другое-другое место. А в плохой концовке, увы, умирает Геральт.
Я не буду это пропускать, потому что нафиг надо. Хотя ладно. Нет, не ладно. Все. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорых встреч. Уже в другой игре. Потому что мы закончили Ведьмака 3-го наконец-то. 68 серий получилось, если не ошибаюсь. Короче, около 70. Так, чтобы не ошибиться. И мы можем продолжать играть дальше. Закончив игру, игра начала... закончив все основные квесты, игра вдруг начала жестко лагать. Вот, история Геральта из Ривии подошла к концу. Вы можете продолжить страдать в поисках заказа для Ведьмака и других приключений, но мир больше не будет изменяться, а здания, связанные с основной сюжетной линией, станут недоступны. Всем пока! Уху!